Здравствуйте! На фондовых рынках наблюдалась резкая ралли с конца октября. Инвесторы за неделю провели переоценку позиций и вывели из акций 12,5 миллиарда долларов, крупнейший чистый недельный отток с 21 июня. Тем временем мировой денежный рынок зафиксировал чистые продажи на сумму 35 миллиардов долларов, что стало второй неделей оттока средств подряд. Инвесторы вывели из американских фондов акций почти 10,5 миллиарда, самый значительный отток с конца сентября. Из фондов акций Европы и Азии было выведено около 2 миллиардов долларов. Отток средств из мировых фондов облигаций продолжился вторую неделю подряд. На сырьевом рынке из фондов энергетики было выведено чистых 99 миллионов долларов, первый недельный отток за последние 4 недели. Фонды драгоценных металлов привлекли 22 миллиона долларов, самый низкий приток за последние 3 недели.